там. Бади его. Дай пройти, так, я побежал. Есть! О, и дверь его! Да ладно, да как, смотрите, я его убил, в это время он нажал кнопку двери и меня прихлопнуло. Я камикадзе. Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пика, Сайбер, Чебузаврик. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Как нажать? Сегодня мы играем в Гаррис Мод, аниматроники пугают охранника, и все написали в комментариях, чтоб я поиграл за аниматроника. Поэтому, если пейте кушки, приятного аппетита, я буду сегодня злым аниматроником. Погнали! Это так, ну что, пацаны, здесь стоит мой кентафурик. Это мой кент. Давайте проверим, убьет он меня или нет. Ого! Дамажит. 1% жизни остался. Это ж надо так угадать. Так, для начала будем немножечко по-лайтовенькому играть. Где мы с монтировкой убили? Ой, подождите. Что-то у меня с батареей не то. Сейчас, стойте. Эй, вставай. Не вставай. Тихо, все нормально. Ой. Отлично. Привет. Дима, давай в догонялки. Ты хочешь в догонялки? Так, мы звуки можем поиздавать. Да ты зебра! Какашка. Так, отлично. Такая, знаете, очень атмосферная и крутая карта. Поэтому, ребятушки, у вас сразу лайкосик и подписка. Так, одна дверь у вас открыта. Ну, вообще-то у вас энергия садится, поэтому вы не сможете долго держать дверь открытой. О, не успел. Это было не успел, называется. Так, давайте еще раз. Мужики, давайте я на левой двери буду, я умею, я не успею нажать. Вы же можете еще камеры чекать? Ну да. Вот. Вы можете с одной стороны смотреть дверь, а на другой просто включить камеру и смотреть меня. Что? Прикольно будет. Так, этот аниматроник не такой быстрый, поэтому если я этим смогу убить, тогда буду брать быстрее. Давай. Вот смотри, вот, смотри, ты успеваешь, да как так? О, дверь убийца, я помню эту дверь. Я помню, это классная дверь. Зараза, надо было, знаете, какую-то ногу подставить. И был бы у меня сразу 49 размер. Ноги. Ой, бежит, дурак. Нет, он сейчас с другой стороны. Куда ты там бежишь? Что ты там? Блин, обманул, ребятушки, получилось. Я знал, что у меня получится их обмануть. Так... Давайте я буду на камере сидеть, а вы будете закрывать дверь. Вы хорошая идея, кстати. Ну, ой, это очень меня быстро. Дима обманул, там просто на двери немножко. Он идет. Давай. Ну, молодцы, ребятушки, молодцы. Так. Я сейчас вам ничего не буду говорить, просто буду красиво вас мочить. Так, тихо. Он не открою, он крысит. Он ждет момента, пока ты откроешь. Ага. Нет. Ждет. Ага. Нет. Просто стоит. Лег. А вы видите по камерам, да, меня? Да. Я смотрю-ка по камерам. Включаемся, а то была эта перезагрузка, как компьютер, знаете, когда глючит, перезагружают. Тихо. Да зебра, зачем? Сейчас, где если он? Сейчас. А, вон он. Нет, он там. Кстати, если я сейчас открою дверь, он побежит, я испугаюсь и не успею закрыть дверь, так и будет. Не только на... Нет! Да блин, ты молодец! Молодец! А чё ты открыл двери? Блин, мне нравится, я играю с очень классными охранниками. Мне нравится все больше и больше. Я шикстатенс, Дима. Так, давайте возьмем тех, кто может разговаривать. Давайте поговорим с ними немножко. Не, мы не общительные. За что ты кричишь? Не кричи. А, он идет. Хорош. А давайте я буду приманкой. Я хочу побежать. А как ты успел? Ты молодец, прям на соплях. Так, тихо, давай. Давай. Ну, блин, надо как-то обмануть. Дима, смотри. Оба, давай. Ну ты, зараза, иди сюда. Блин. Блин, мне понравилось. Прикольно ты убежал. Так, он идет. Так, ты смотри. Хорош. Так, он... Не фартануло. Не то немножечко. Тихо. Сразу видно был, не профессионал. Так, он там бегает там. Так. Открываем. А, это растишка такая. Я смотрю, хочу обмануть. Не, молния испугался этого Димы. Тихо, я слышу.
Вот он, вижу. Привет. Чего псих стал? О, заспидранил! Настишка, каждый сам за себя. Не успел. Сам. Бади его. Давай побежал. Есть! О, и дверь его... Да ладно, да как, смотрите, я его убил, в это время он нажал кнопку двери и меня прихлопнуло. Я камикадзе, Тима. Молодец. И, кстати, охранник, который переодевается в аниматроник. Блин. Так. Ой, я обосрался. Я добрый, пока не. Я встаю себе, я фильмов не знаю. Там как-то можно дверь закрыть. Я закрыл. Да вы че? А, вот так значит, хорошо. Все, побежали, да, откуда, давай, зебра, иди. Сейчас мы станем злым и начнем их наказывать. Не надо. А все. Так. Вот это скорость. Вот это... Хорош. Смотри, он сейчас... Я уважаю. Респект тебе, успел. Тихо. Дай я. Тихо, он сейчас побежит. Смотри, побежал. Да ты смотри. Ты смотри прям на них, смотри, какие смотри, молодцы. Отойди. Смотри, что я сделал сейчас. Я рисковый пацан. Теперь ты не уйдешь, я тебя поймаю по любасу. Так, как же тебя выловить? С этой стороны, с этой. Бегает охранник. Ладно, я плёк. Еще один. Ой. Че, пацаны, вы же не такие опытные, да? Ну сейчас. Двери, видите? Он вроде бы нажал, но я успел проскочить. Зеленая кнопочка была. Она мне чуть-чуть бы и прихлопнула. Зебра, ну все, давай тогда прощай. Какой прош... Ой, блин, голос какой-то мерзкий. О, кстати, вот этот звук из мультика. Ой, я пошутил. Че, сюда бежит? Смотрите, еще раз обманочку кидаю. Дима, я знаю. Зебра, я успел. Где я? В уборной сидишь там. Это не уборная. Туалет. Зачем ты открыл? Блин, это класс. На улице гром, молния. Как всегда, знаете, во всех ФНАФах всегда идет на улице дождь. Почему так, я не знаю. Так, ну что, у нас пошел Unwizard Golden. А он не разговаривает? Мишк Фредди. Ой, все, не надо. Летающий. Еще и невидимкой становится. Отлично. Ну что, это было наказуемо. Ибо нефиг выходить. Ой! Не надо! Ой! Какой миленький! Вот только рта. Так, побежал, смотрите, как вы думаете, сколько времени ему понадобится, чтобы на ту сторону прибежать? Этот. А зебра уже туда бежит. Он там. Дима, это я твой фанат! Ой! Нет, я не твой фанат! А я голодный. Да, хорош. Мне понравилось, как ты это сделал. Прямо на последних щах. Ты чё, выжить решил? Никто не выживет. Отлично. Я дурак. Может, Диму в офисе запрет? А, ой, извиняюсь. Ой, Фокси. Ой. На тебе фонарик. Привет, дурак. На, какашка. Ой, я понял, с какой он стороны. Я погулять решил. Вот эта скорость у меня просто нереальная. Не поймаешь. Хорош, зебра, давай, ты отвлекай. Ой, здравствуйте, а я убежал. Все. Я успел убежать. Я еще, блин, хотел его... А ты смотри, не попал мышкой. Ты специально закрыл дверь. Да? О, давайте возьмем волчару. Я так люблю волчару. Дверь, супер. Ой. Давай быстрее убегай. Тихо. Нет, открой ты. Нет, не открывай ты. Пацаны, я невидимый. В смысле? Так, ну все, давай, до свидания. А Дима же блефует. Это было классно. Двери по башке. Я его видел, он невидимый был.
Нет, ты его не видел. Так, ну я его увидел, Он так проскочил прямо. Да, он проскочил там. Он там проскочил, я его-то видел. Зебра, ты, видимо, слепой. Ой, Дима, привет, а что ты в офисе забыл? Я типа пойду погулять, спасибо. Ты что, дурак, что тебе открыл? Всё, ты мой заложник, теперь я тебя буду убивать. Или выходи. Выходи. Выбирай, 3 секунды. Мама, спасибо, да, спасибо, отлично. Спасибо, я пошел. Так, пацаны, ну вот. Что, теперь это мой офис, и вы ничего не сможете сделать. Почему? А как вы что-то сделаете? Ничего не сделаете. А верни пончики, пожалуйста. Не-не-не, ребята, я теперь здесь отдыхаю. Мама, дай попить, мама, я пить хочу. А, зебра, давай я тебя убью, стой. Ты сейчас там заспавнишь. Я открою нам дверь. Давай, давай, только быстрее открой нам дверь. Кстати, можете по мне стрелять. Всё. А! Эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Да я твой. Очень умное мышление у вас. Я вот везде. Ой, я случайно. Ух ты, зараза. Да я тебя за это. Тихо-тихо-тихо, я валю, мне, кстати, мало жизни осталось. 350 жизней. Да. Ты за водой зашел, куда побежал на улицу? Куда? Стоять. Это же какой-то сумасшедший. Стоять, стоять. Да ладно, он сам к нам пришел. Ой, я слушал. Да я тебя убью за такое. Отлично, я сказал, убью. Он сейчас к нам побежит. Вижу. Ой, я случайно. А я там, Фокси не могу. Я Фокси убил! Да ладно! Представляете? Фокси нету! Я не знал, что его можно сжирать! Ой, привет, Дима! Так, пацаны, если я аннулирую жизнь, и вы сейчас меня не убьете в течение минуты, я победил. Так. Во-во, я вижу! Все, побежали за ним. Куда? Стоять! Измениться я! Ой, гранат! Ой, застрял, ой, застрял! Ой, а куда? Вот сюда? Нет, вот сюда. Давайте, я вас в туалете жду. Кто не сыт, заходите в туалет. Зачем мне в туалет, если я сыт? На таком расстоянии не могу, да, убивать? Ты чё, гранату кинул? Дурачка, в туалет, А, я был не в туалете, я обманул. Ах ты ж говню. Ай! Ой-о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 й
Еще ты там сальтуху запилил. Так, ну я знаю, что поможет нам. А, админское оружие, точно. Не видит. Ну что, в принципе, минута уже проходит. А вы меня не смогли убить. А ты где? Ты ж керишься, все, ты сыку. Вы можете любое оружие использовать. Даже красные гранаты могли бы уже кидать и замочить меня. О, а админское оружие. Ты что взял? Даже пригвождатель. Даже пригвождатель. Давайте его реально. Ой, он меня. Я столы сожрал все. Какие столы тут все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, жизни. Я попал по нему немного. Так подожди, значит, я все. Ой, отличное место, можешь обойти, я ж забыл. Блин, пацаны молодцы. Минута пришла. Ну что, пацаны, я победил. Вы не смогли меня убить, хотя вас было трое, вы могли использовать любое оружие. А у меня, кстати, жизни 700 жизней было всего. Да ты что, ты ж не умеешь пользоваться этим пригвождателем. Да, ну админским делом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас пригвоздит. Тяжело, да, попасть по этому плюштрапу? Очень сложно. Да, он маленький говнюк. Какашка тупая. Вот это жесть. Под гвоздям уходит. Война какая-то. Война миров, он там. Ух ты! Попал по нему! Это было прямое попадание, у меня жизни мало осталось. Вали! Если своего... Я могу спригвоздить... Все, убили. Я могу бегать с гвоздями, я думаю, почему я не могу этот пригвоздиться? Я буду знать, что Плюштрап бегает с гвоздями.
Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после мои ролики. Еще. Мама, я просто...